Книга «Открытым оком», том 1. Тема «Внутренний мир человека», вопрос 215. Если у человека хороший аппетит, считается ли это грехом, то, что он постоянно хочет есть? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Чрезмерное потребление пищи любого качества, лишь бы ее было больше, называется чревобесием, а любовь, посмаковать ее, удерживая во рту, продлевая ощущение приятного вкуса, поиск изысканных блюд, сибаритство, гурманство, есть гортанобесие. То и другое есть грех. Хлеб и вода, монашеская еда. Прочтите в нашей книге, в кавычках, к истинному православию, главу, в кавычках, «Избави, Господи, от объедения». Хороший аппетит – это благо. Если человек работает на тяжелой работе, то соответственное количество калорий должно попасть к нему в организм. Сирахов 31.22, цитата. Здоровый сон бывает при умеренности желудка. Встал рано, и душа его с ним. Лука 21.34, цитата. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Екклезиаст 5.11, цитата. Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не даст ему уснуть. Сирахов 31.23, цитата. Страдания бессонницей и холера, и резь в животе бывают у человека ненасытного. Иов 20.21, цитата. Ничего не спаслось от обжорства его, зато не устоит счастье его. Псалом 72, 7-8 стихи, цитата. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Второзаконие 32.15. И ел Иаков, и утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Иеремия 5.28, цитата. Сделали стучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют, и справедливому делу нищих не дают суда.